Однажды я думаю, было служение, миссионерский форум, и на этом форуме Виктор Гам сказал такие слова. Однажды один человек взял фонарик днем и включил его, и ходит, светит. Люди спрашивают его, что ты ищешь? Он говорит, человека ищу. Для людей было непонятно. Но сегодня Бог в Слове Своем сказал, я ищу человека, который будет истинно мне поклоняться. Дорогие друзья, сегодня много людей на земле, миллиарды живут, а Бог ищет именно вас, потому что именно вы нужны Ему для этого служения, будь то взрослый или молодой. Бог хочет, чтобы вы сегодня были с Ним и служили Ему. Бог ищет вас. Пожалуйста, отзовитесь, пускай вас Бог благословит в этом. Додаток Світлого Радіо «Еммануїл» тепер є на App Store і Google Play. Завантажуйте додаток для смартфонів і планшетів, і Світле Радіо буде завжди поруч.